Конец зимы, свежая погода, на улице туман невообразимой красоты. Происходит что-то где-то у кого-то, а мы готовим курицу мечты. Всем привет! Мы решили, что сегодня тот самый день, который нужно провести на улице. Но так как мы соблюдаем карантинные условия, мы решили приготовить куриное барбекю прямо у нас во дворе. А также, сегодня день рождения Али. Он очень счастлив, потому что сегодня ему исполнилось целых 6 лет. Прежде чем мы начнем мариновать курицу, также хочу добавить, что процесс приготовления этого барбекю настолько простой, что вам не нужно быть шеф-поваром известного ресторана, чтобы освоить его приготовление дома. Что ж, начнем мариновать курицу. Добавляем 4 столовые ложки сметаны, 2 столовые ложки томатной пасты, несколько зубчиков измельченного чеснока, 1 столовую ложку соли, 1 столовую ложку черного перца, 1 столовую ложку красного перца. Берем 1 столовую ложку зиры и вот таким способом слегка измельчаем его. Добавляем 1 чайную ложку куркумы. Одну столовую ложку молотого кориандра. Один пакетик сухого имбиря. Перемешиваем. Выжимаем 1 лимон. В эту смесь кладем курицу и маринуем. Оставляем в холодильнике на 2 часа. Далее просто кладем курицу на решетку гриль. Подготавливаем мангал. Кладем решетку с курицей на мангал. Готовим одну сторону и следим за тем, чтобы мясо не подгорело. И также с другой стороной. Обрызгиваем водой, чтобы мясо хорошенько приготовилось изнутри, но не сгорело снаружи. Курица готова. Кладем готовую курицу в фольгу, чтобы ничего не остыло, пока мы готовим оставшуюся курицу. Подавать можно барбекю со свежим салатом и соусами. Как вы сами могли видеть, это очень простой, но в то же время очень аппетитный и сытный рецепт куриного барбекю. А мы желаем вам всем приятного аппетита и до новых встреч!